хватит меня щекотать! Достал! Отвали! Я хочу побыть одна! Ай! Ты что наделал? О, помогите! Таким, как ты, не место в нашей школе! Неудачник! Мы тебе устроим сладкую жизнь! Моего брата обижают. Надо ему помочь. Красивое метро, вообще! О, твоя отбитая сестра пришла! Что надо? Хочу сделать вам сюрприз. Чё? Валидова! Ура! Моя сестра, ты меня спасёт! Не спасёт! Ты сомневаешься? Зачем ты меня обнял? Ты же знаешь, я не люблю прикосновений. Ты лучшая, сестренка. А скажи, там рыбы реально кусаются? Нет, они не кусаются. Просто я лисидила, придурки. Светочи мои, богиня любви, самая невероятная женщина. И я тебя люблю, мой тигр. Отстой, меня от вас тошнит. Ой, доченька, ты уже тут! Да, стою тут уже 5 минут и наблюдаю за этим убожеством. Папа! Китти опять меня спасла и всем наваляла! Уи! Я как раз по поводу этого и хотел поговорить. Чё надо? Я вас не слушаю, если что. Тебя выгоняют из школы, напомню. Это уже 20-я школа, с которой ты вылетела. Ого, вот это да. Что? Вы что-то сказали? Мы с мамой решили. Ты поедешь в школу, где учились мы. Нет, не поеду. Это отстой. Китти, это не обсуждается. Мы хотим с папой для тебя только лучшего. И брат поедет с тобой. Отстой номер 2. Уй, как круто! У нас будет новая школа! Уи! Ой, моя спина хрустнула! Гарри, быстро иди в комнату, а ты, Китти, иди собирать вещи. Я собрана. Отлично, мы с мамой тебя отвезем. Фух, надеюсь, в новой школе у нее все будет хорошо. Конечно, ведь с ней поедет рука. Надеюсь, ты проследишь за нашей Китти. Ого! А что это там такое? Что это было? Это фэр-шоу. В честь моего приезда. Китти! Это ты! Добрый день! У меня не бывает добрых дней. Мы рады приветствовать тебя в нашей школе странных детей. Если тут странные дети, то вы странная училка? Ну, можно и так сказать. Надеюсь, я тут долго не задержусь. Где моя соседка? Где? Я ее уже заждалась. Кейси! Вот она, это Китти. Знакомься. Моя соседка Китти. Будем вместе жить. Кажется, у тебя не все дома. Ого, ты бледная. Может, скорую вызвать? Моя кожа не воспринимает цвета. Я так рада, это самый лучший день. У меня будет подружка. Кэсси, Китти не любит, когда ее обнимают. Упс, прости. Нет, не прощу. Ну что, пусть Кейси проведет тебя в комнату. Лучше пусть эта радуга покажет черный ход, через который я смогу уйти отсюда. Ну ты и смешная, идем уже. Кажется, это будет сложно.
Пока мама и папа не видят, я могу есть столько сладкого, сколько захочу. Ты слышала, что в классе будет новенькая? Да, мне уже интересно на нее посмотреть. Конфеты, конфетки, это то, ради чего я живу. Вау, кто тут щеки? Эй, это кто такой пучеглазый? Привет, я Гарри, новенький в школе, приехал со своей сестрой. Могу представить, какая у тебя сестра. Она у меня злая, но я ее люблю. Фу, у тебя зубы черные. А, так это конфетки. Фу, какой же ты убогий. Помогите, стукните по спине. Да ты жалкий и убогий. Хватит, хватит. Обожаю издеваться над лузерами. Проходи в мою, то есть нашу комнату. Куда ты меня привела? Тебе нравится? Надеюсь, это шутка. Я не собираюсь жить в кукольном домике. Это можешь брать. И это можешь брать. Все можешь брать. Я поделюсь. Оставь этот хлам для себя. О, а хочешь чай? Сейчас сделаю. Посидим, посекретничаем. Тот, кто делал ремонт тут, полный идиот. Идем на кухню. А что это такое? Что с комнатой? Теперь ты будешь жить на этой половине. А я на этой. Чего, Китти, ты нормальная? Стоять! Ты сюда не имеешь права заходить. Ах так? Тогда я буду слушать музыку. Выруби эту музыку! Быстро! Нет, я буду еще громче слушать! Это было последнее предупреждение! Не нарывайся на мои когти! А, и еще! Ты переступила мою половину! Я ненавидела школу, а теперь ненавижу тебя! Взаимно. Зак, приветик. Как делишки? Ты же помнишь, что у нас сегодня вечеринка? Ясно. Эй, ты меня слышишь? Зак, ау! Эй, да что вам надо? Я занят! Ты какой злой. Ребята, хочу познакомить вас с новой ученицей. Вау! И где она? Нам не терпится ее увидеть. Китти! Китти, заходи! Блин, не получилось сбежать. Иди сюда, быстро! Вот Китти. Она теперь будет с нами. Криш, вы серьезно? Это мумия какая-то, а не ученица. Рот прикрой, или я этим займусь. Теперь понятно. Ну пошел твой брат, тупица. Тина, успокойся. Так, я пошла за книгами, а вы ведите себя прилично. Ай, ты что делаешь? А, ты снимаешь подругу. Нечистая сила. Вау, какая девушка. Еще раз вы скажете, что это про меня или про моего брата, вам не жить! Ненормально! Я надеюсь, ты лечиться не будешь! Я тоже на это надеюсь. Не поняла, кто за мной идет? Никого. Нет, не послышалось. Ты! Вещь! Что ты тут забыл? Тебя родители прислали? Говори, то я выкину тебя со второго этажа. Нет, Китти, не надо.
Ты разговариваешь? Что? Да, да, я говорю. И сейчас я хочу сказать, не делай глупостей. Ты меня подставил. Хотел следить, а потом родителям рассказать. Но я не виноват. Я делаю то, что мне скажут. Тогда ты будешь на моей стороне. И служить будешь мне. Ясно? Хорошо. Я с тобой. Кити, срочно подойди в мой кабинет. Идем. Кажется, ты мне сейчас будешь нужен. Миссис Синди, я на вас очень сильно надеюсь. Только вы, как опытный психолог, сможете помочь Кити. Хорошо. Я постараюсь ее переубедить. Я тут. Что надо? Проходи. Можно без рук? Или вы хотите, чтобы я разозлилась? Нет, что ты. Я вас оставлю. Садись, Кити. Расскажи свою проблему. Проблема сейчас? Это вы. А может, у тебя что-то с родителями? С мозгами. Тяжелый случай. Я тоже так думаю. Ты не хочешь поехать в психиатрическую больницу? Тебе там будет лучше. Мы обе знаем, что через неделю там я стану главной, и все психи устроят бунт. Кити. Это был фокус. Что это? Что это? Что это? Спасибо, вещь. То, что надо. Кити, стой! До свидания! Было приятно с вами познакомиться. Да уж, слабенький психолог. Кая, палец сломаешь. Рука? Офигеть! Ты разговариваешь? Не, это так кажется. Я в шоке. Дай 5. Ты этой рукой ковырялся в носу? Зачем ты сюда приехал? Да так, просто. А, ты за Кити следишь. Ну ты и какашка. Как ты меня назвал? Я тебя сейчас как ущипну. Отстань. Отлично. Тут ко мне никто не подойдет. Люблю это кафе. Тут так же мрачно, как и в моей жизни. Добрый день. И ты туда же. День ужасный. Что тут непонятного? Меня Нейт зовут. Я ваш официант. Вы уже готовы сделать заказ? Отвали. Выставил свои 32 зуба. Бесишь. Простите. Может, устроить концерт в школе? Пусть повеселятся. Это вам фирменное блюдо от нашего необычного кафе. Но я ничего не заказывала. Это подарок. Мне не нужны подарки. Достали. Не дают нормально подумать. Тогда придется вернуться в школу и всем отомстить. Это что такое? Да не, я рука. Рука? Да еще и разговаривает. Ну и позорище. Рука! Вот ты куда забежал? Я тебя еле нашел. Смотри, тут девка в обморок упала. Ой, это же соседка Кити. Эй, очнись. Ты что, оборотень? Ну почти, еще превращаться не умею. Вы зачем меня пугаете? И что это за рука? Это наш член семьи, непослушная рука. Забирай свою руку и уходи. Слушай, ты же давно здесь учишься? Поможешь мне с уроками? А это можно. Я люблю помогать людям. Ой, спасибо! Нейт, я думаю, тебе в нашей школе обязательно понравится. Да, но я не просто так сюда пришел. А зачем? Ради нее. Привет, я сегодня буду учиться с вами. Ты меня преследуешь? Нет, я документы сюда еще месяц назад занес. Мне пофиг. Не смей подкатывать Кити. Я ее забил себе. А ты не свалила еще со школы? А мы уж так обрадовались. А ты все испортила.
Я уже вижу, все познакомились с нашим новеньким. Да, и он очень симпатичный. Я хотела сказать, что в нашей школе появился монстр. Пожалуйста, будьте аккуратны. А что за монстр? Он частый гость в нашей школе, но его никто и никогда не видел. Напоминаю, не делайте глупостей. Я думала, у нас монстр в этой школе, только Китти. Ходит постоянно со стрёмным лицом. У тебя есть 2 секунды, чтобы закрыть свой рот. Тина, пойдем. Нам с бешеными нечем говорить. Я не уйду отсюда, пока не разберу эту школу по кирпичикам. Китти, я хотел бы поближе с тобой познакомиться. Ты не туда пришел, я не знакомлюсь. Может, тебе это понравится? Самое отстойное, что я видела. Странно. Раньше, когда я девушкам дарил розу, они были в восторге. Кажется, эта роза выглядит лучше. Ладно, вижу, ты не хочешь разговаривать. Я приду в другой раз. Лучше вообще не приходи. Ты кто? Молчи, или будет только хуже. Нет, я тебя не боюсь. Я сама монстр, ясно? А может, зря я вырвалась? Если бы монстр правда меня съел, было бы круто. Китти, кажется, я слышала какие-то звуки. Вам показалось. Странно, я думала, ты уже монстра ловишь. Может, и ловлю. Это бесполезно, его никто и никогда не мог поймать. Это мы еще посмотрим. Подружка! Где ты пропадаешь? Я тебя по всей школе ищу. Почему ты называешь меня подружкой? Ну как же, мы же теперь живем вместе. Будем делиться всякими штучками, секретиками. Хочешь, я скажу тебе секрет? Давай, конечно, хочу. Если хочешь остаться с волосами, советую не радоваться возле меня. Китти, слушай, у нас тут вечеринка в школе будет. Угу. Спасибо, что сказал. Надо больше закупить змей и тараканов. Я хотел пригласить тебя туда. Я не рада, если что. И приглашать меня не нужно. Ведь когда я появляюсь, все просят, чтобы я ушла. Значит, ты будешь? Супер. Ну, я сейчас всем покажу. Прикольно. Уроки. Мне надо учить уроки. Тина, у тебя есть домашка? Как решить это уравнение? Я забыла. О, вспомнила. Странные вы все. Только я могу быть странной в этой школе. Ясно? Как это решить? А теперь будем гостить! Нейцак, а вы не хотите с нами танцевать? Нет, я кое-кого жду. Да я кое-кого жду, ясно? Наконец-то вечеринка! Я ждала ее целый месяц! Уберите кто-то эту ненормальную! А давайте танцевать ламбаду! Где же Китти? Она не придет? Вау, какая она красивая! Моя подружка выглядит просто шикарно! Китти, как ты решилась одеть такое прекрасное платье? Хочу, чтобы все меня запомнили. А можно я приглашу тебя на танец? Нет, Китти будет танцевать со мной! Бу-бу-бу, вот это женишка! Я буду танцевать одна. Класс! Это моя подружка и соседка, если что.
можно без аплодисментов. Значит, монстр кто-то из них. Кажется, мне нужно разобраться. Китти, смотри, у меня получается твой танец повторить. Китти, стой! Неужели все так плохо? Чувствую запах конфеток. Конфетки, конфетки. Какая ты вкусная. Попался, мелкий противный мальчик. Хоть конфетку. Нет, я хочу тебя украсть. А может все-таки конфетку? Подожди, я губы накрашу. Что ты делаешь? Что это? Больше ты своего брата не увидишь. Подпись «Монстр». Чё? Китти, ты почему так радостно с самки ушла? Кажется, моего брата похитил монстр. Класс! Офигеть! Это ужасно! Нужно его искать! Не! Зачем? Ой, мамочки, мы же не знаем ничего про этого монстра. А вдруг он что-то с ним сделает? Это ужасно, это нельзя так оставлять. Нужно что-то сделать. И где эта рука лазит? Самое интересное пропускает. Давай быстро уходим. Быстро? Вечеринка, отстой. Да, и все из этой Китти. О, а вот это чудо пришло. Где мой брат? Да откуда мы знаем? Его, наверное, кто-то унижает, как обычно. Я знаю, что вам не нравлюсь. Именно поэтому вы украли его, чтобы я переживала? Так вот, мне пофиг. Просто верните его. Да отвали, мы не знаем, где твой мелкий. Ах так? Рука, ты тут? Мне нравится ваш ор. Тима, что делать? Надо догнать и выкинуть. Это непонятное существо. Да уж, мозгов этих куриц ноль. Идем отсюда. Кэсси в комнате мальчиков. Надо еще там проверить. Девчонки, не скучайте. Вот уродство! Ненавижу эту Китти! Гарри, ты слышишь меня? Ты тут? Ау, выходи! Фу, они так воняют. Эти мальчики что, вообще вещи не стирают? Я тебе еще раз говорю. Вот, блин, нужно спрятаться и подслушать. Может быть, они Гарри украли. Китти будет моей девушкой. Фигушки, ты не нужен. А ты прям на расхват, да? Отвали, Китти моя и точка. Офигеть. Они вдвоем влюблены в Китти. Вот это да. Я же тебе сказал, я пришел сюда ради Китти. И меня ничего не остановит. Так может он монстр? Что я так громко сказала? А ты что тут делаешь? Я комнаты перепутала случайно, я потерялась. Ты хотела подслушать наш разговор? Да нет, все вообще не так. Поаккуратней! Ну что там, есть инса? Узнала, где Гарри? Короче, есть две новости. Первое, ты нравишься этим двум придуркам. Это я и так знаю. А второе, походу, Найт монстр. Он сказал, что он пришел ради тебя, и его ничего не остановит.
А может быть, это он забрал брата твоего? Ему конец. Где я? Что это? Кэсси? Китти? Нет. Тинки и Винки. Мы телепузики. Как смешно, Китти, ну ты даешь. Успокойся. А зачем вы на меня наручники надели? Потому что ты монстр. Украл брата Китти. Чё? Какой монстр? Я ничего не делал. Все улики указывают на тебя. Как только ты пришел в класс, нам сказали, что в школе монстр. Вы ненормальные. Я ничего не делал. Китти, да я с ним поговорю. Кэсси, тебя я боюсь больше всего. Отлично. Нет, не надо, не делай этого. Ну как тебе? Признавайся, где Гарри. Вообще. Ой, что это я? Я же никогда не улыбаюсь. Я не знаю, где ее брат. Нет, это не он. Не он монстр. А кто монстр? Кто? Кэсси, ты! Ты монстр! Я только что это увидела! Зачем ты так говоришь? Я же хотела тебе помочь! Если ты не приведешь моего брата, тебе конец! Ага, хотела же на меня скинуть! Не выйдет! Кэсси, монстр! Ну какой же я монстр? Я же просто хотела помочь! Зачем она так со мной? Кэсси, не плачь! А мне радоваться? Твоя Китти сказала, что я украла Гарри, а я ничего не делала. Я знаю. А почему меня обвиняют? Знаешь, Китти странная девочка. Иногда я сам ее не понимаю. Спасибо, что меня успокаиваешь. Ты очень хорошая рука. Спасибо, я знаю. Я теперь потеряла подругу. Я должна найти своего брата, а потом разберусь с Кэсси. Такие конфеты любит мой брат. Гарри, он там. Китти, это ты? Меня чудовище закрыло тут. И конфеты не захотела брать. Давай ты тупые истории расскажешь потом. А сейчас я выломаю дверь. Ой. А тут все время открыто было. Не поняла. Ты целый день сидел с открытой дверью? Я просто в карманы много конфет напихал. И все время их ел. Идем отсюда. Китти, я с тобой. Ну, мысленно. Никто тебя не спасет. Видела. Кэсси, ты не монстр? Ну кто тогда? Ну я же тебе говорила. Идем за мной. И это, прости, наверное, какой-то сбой был. Я подумала на тебя. Ура! Ты меня обняла! Не время радоваться. Монстр ждет. Фух, надо заканчивать. Монстр, монстр! Кристина, сделай что-нибудь! Хватит, это я! Кто? Миссис Анита? Вы монстр? Я знаю, кто монстр. Китти, доченька, привет! Мама, ты зачем сюда приехала? Соскучилась по тебе. Ты сейчас говоришь с монстром, мама. Я знаю. Это ведь я попросила миссис Аниту, чтобы она помогла тебе освоиться в школе. Ведь она моя давняя подруга. А ты так любишь кошмарные вещи. Эх, кажется, я перестаралась. Наверное, плохая была идея переодеваться в монстра. Что? Так это неправда? Ну как же мое видение? Дорогая, ты забыла кулон.
Вот и видела неправду. Я уезжаю домой. И точка. Я в раю. Гарри, у нас к тебе вопрос. Что такое? Это мои конфеты, не ваши. Мы хотим узнать про твою сестру. Быстро говори. Только не трогайте меня. Я вам все расскажу. Не унижайте меня. Он, походу, уже описался. А вы тоже заметили? Фу, Нейт, валим отсюда. Хорошо ж получилось. Это вам. Пойдем, пойдем отомстим всем. Пойдем всем отомстим. Ой, я не забыл сказать, Гарри. Да я просто конфет себе взял в карман и ел их все время. Придурок. Я хотел пригласить тебя туда. Я не радуюсь. Давайте.